Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Аделина Абдрахманова. Каждый студент, который в будущем планирует работать в сфере международных отношений, не раз задумывался о дальнейшей карьере успешного дипломата. Одной из самых привлекательных организаций для соискателей является Организация Объединенных Наций. 24 апреля состоялось торжественное открытие Казанской модели Организации Объединенных Наций. Это ежегодное мероприятие, участие в котором принимают студенты не только Казанского федерального университета, но и вузы других городов и регионов нашей большой страны. Также участвовать приезжают студенты из ближнего зарубежья. По словам Андрея Большакова, заведующего кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского федерального университета, в этом году в Казанский федеральный университет в рамках Казанской модели ООН приехали около 40 студентов из других регионов. В начале торжественной части с приветственным словом выступил проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев. Я считаю, что в целом моделирование достаточно интересная, это прежде всего образовательная практика, это подход, учебно-методический подход на самом деле, он используется не только в международных отношениях. Моделирование, оно безусловно важно с точки зрения и приобретения не только теоретических, потому что хорошие теоретические компетенции вы получите от замечательных преподавателей, но очень важно, чтобы вы практиковались, находили общий язык, очень важно, что у вас не будет медиаторов в виде ваших преподавателей как авторитетов, а вы самостоятельно между собой должны будете найти общий язык, промоделировать некоторую проблемную ситуацию, понять, как же достигать консенсуса. Эту игру, где участники выступают в роли представителей разных стран и отстаивают интересы своих государств, исходя из действующей политической конъюнктуры, КФУ организует с 2017 года. Программа модели ООН обширна. Она представляет из себя симбиоз теоретической и практической части. В течение 3 дней для участников будут проходить различные лекции и мастер-классы, в которых ребята глубже окунутся в рабочий процесс организации. После закрепить полученные знания можно будет на практике, в ходе которой у всех игроков будет возможность почувствовать себя частью огромной организации. Самое главное отличие, что роль взрослых сведена до минимума. Мы фактически посредники определенные, помогаем где-то с поиском денег, с устройством каких-то организационных форм, с поиском аудитории, то, что лежит обычно на преподавательском составе, на администрации, что института, что всего КФУ. Вот здесь, конечно, студент самостоятельно не справится. Я узнала о проведении этого мероприятия напрямую от сообщества нашего института, и я заинтересовалась в этом. Это моя первая модель ООН. До этого я участвовала только в модели ОИС, поэтому я решила, что это будет хороший опыт. Знакомство с деятельностью ООН и ее основными органами послужит хорошим подспорьем для образовательного фундамента студентов, а также окажет неизмеримую помощь на последующей профессиональной дипломатической стезе. Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Тимур Ахметов, Богдан Цвященко, «Универ новости». В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса молодых поэтов и писателей «Ильхам». Сколько юношей и девушек приняли в нем участие и по каким критериям шел отбор, расскажем прямо сейчас. В заочном этапе конкурса, который проходил с февраля по март 2024 года, приняли участие более 600 юношей и девушек из средней и старшей школы Республики Татарстан и регионов России, половина из которых стали победителями первого тура. Работы оценивали по 4 номинациям – поэзия, драматургия, проза и журналистика. Главным требованием был материал, написанный на татарском языке. Уже на протяжении 10 лет проходит этот конкурс, и мы видим уже результаты. Наши участники этого конкурса, победители этого конкурса, обычно они и на следующий год участвуют на многих конкурсах еще параллельно, и мы их видим и призерами других таких же конкурсов. А уже после 11 класса многие из них выбирают единый республиканский экзамен по татарскому языку и татарской литературе и поступают в такие вузы, особенно в Казанский федеральный университет, и продолжают обучение, где они дальше изучают татарский язык, татарскую литературу, журналистику, и потом уже мы их видим уже успешными людьми, среди успешных людей, которые много работают в направлении сохранения нашего языка.
В день награждения были организованы мастер-классы от известных писателей, драматургов и журналистов, которые провели с конкурсантами познавательные беседы на татарском языке. Участники смогли получить ценные советы от опытных литераторов и погрузиться в творческий процесс. Общающиеся, активные, хорошие. У них имеются определенные мысли и взгляд на жизнь. Поэтому, когда мы проверяли эти работы, мы были очень рады за свой народ, рады за этих учеников, потому что они смотрят мир открытыми глазами. Вот такие конкурсы, они на самом деле необходимы, потому что это дает стимул изучения языка. Мероприятие завершилось награждением. Участнику, получившему гран-при, вручили денежный приз. Победители поблагодарили организаторов за возможность показать свое творчество и получить обратную связь от профессионалов. Аудитория осталась в восторге от ярких выступлений и плодотворного обмена опытом. Арина Косова, Резида Каримова, Николай Суховский, Универ Новости. Студенческая весна – это творчество во всех проявлениях. Традиционный итоговый концерт – самое яркое событие весны в университете. Плод нескольких месяцев упорного труда участников, коллективов, режиссеров, руководителей студенческих клубов, административной и технической групп. Как прошел концерт, смотрите прямо сейчас. 23 апреля в Казанском федеральном университете прошел гала-концерт – традиционное масштабное событие, означающее окончание такого любимого и желанного всеми студентами фестиваля «Студенческая весна». Представление по традиции завершилось церемонией награждения институтов в большой, средней и малой группах. От лица ректора КФУ Ленара Сафина победителей и призеров поздравил первый проректор – проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Он отметил, что в год 220-летнего юбилея вуза проходит 30-я по счету студенческая весна. Мы находимся под впечатлением фейерверка креативности, зажигания, радости, творчества, которое мы видели во втором отделении. И сегодня у нас особый концерт студенческой весны. Это 30-я студенческая весна в Казанском университете. Все участники гала-концерта стали пассажирами поезда, который совершил неожиданную остановку на маленькой станции. Кто-то сорвал стоп-кран. Начинается расследование. Пока виновник происшествия не найден, состав остается на месте. Наконец, сорвавший стоп-кран сознается. Это молодой человек, который запрыгнул без билета в уходящий поезд, чтобы убежать от неразделенной любви. В итоге он понимает, что убегать от проблем проще, чем искать их решений. Все завершается концертом, устроенным пассажирами. Места в этом году распределились следующим образом. В малой группе первое место получили Институт геологии и нефтегазовых технологий, Химический институт имени Бутлерова. Первое место в средней группе заняли Юридический факультет, Институт вычислительной математики и информационных технологий. А вот гран-при взял Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. В большой группе первое место занял Институт управления экономики и финансов. Гран-при завоевал Институт филологии и межкультурной коммуникации. Сделаем общую фотографию, конечно же. Но наши аплодисменты не смолкают. Призеры и победители. Фестиваль «Студенческая весна» — это ежегодный конкурс творческой самодеятельности студентов КФУ, основной целью которого является укрепление и развитие университетских традиций. Поздравляем студентов КФУ, участников с заслуженными наградами. Благодарим их за любовь к творчеству, за то, что они из года в год доказывают первенство Казанского университета и пополняют копилку вуза новыми победами в самых разных направлениях и сферах деятельности. Зарина Галиуллина, Аделина Абдрахманова, Универ Новости.
Многие из вас наверняка знают, насколько важно пользоваться солнцезащитным кремом для того, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Но немногие задумываются о влиянии солнца на наши глаза. С началом весны, а потом и долгожданного лета, солнцезащитные очки станут первой необходимостью. Проводить время под солнцем – приятное и даже полезное дело. Ведь именно так мы получаем такой важный для нашего организма витамин группы D. Однако есть и другая сторона медали. Солнечные лучи состоят из различных видов излучения, включая видимое светлое, инфракрасное и ультрафиолетовые лучи. Последние делятся на 4 типа – А, Б, С и В. Все они могут проникать глубоко в кожу, вызывая преждевременное старение и рак, вызывать солнечные ожоги и повреждать клетки кожи и глаз. Лучи С и В, они их задерживают озоновый слой. Озоновый слой поглощает значительную часть ультрафиолетового излучения солнца, защищая при этом жизнь на поверхности Земли. Он также защищает от радиации. Но надо иметь в виду, что наш глаз, он тоже защищает воздействие от ультрафиолета. То есть лучи Б, они поглощаются роговицей, а лучи А, ультрафиолетовые, они задерживаются хрусталиком. И только незначительная часть этих лучей доходит до сетчатки. Для защиты глаз от вредного ультрафиолетового излучения следует принимать определенные меры. Первое, что следует сделать, это, конечно же, приобрести качественные солнцезащитные очки с ультрафиолетовым защитным покрытием. Следует помнить, что солнечные лучи имеют свойство отражаться от поверхности песка, почвы, асфальта, воды и снега. Поэтому желательно выбирать очки, плотно прилегающие к лицу и имеющие широкие заушники. Также рекомендуются широкополые головные уборы, такие как шляпы или кепки с козырьком, ограничить время пребывания на солнце в период пика ультрафиолетового излучения, обычно с 10 утра до 4 вечера, и, конечно, не смотреть на солнце непосредственно без защиты. Ультрафиолетовое излучение оказывает негативное влияние на глаза, что может повлиять на развитие таких заболеваний, как катаракта, макулодистрофия, фотокератит, может быть, воспаление роговицы. Также может быть солнечная ретинопатия, поражение сетчатки. Может быть, если длительно ультрафиолет оказывает воздействие на глаза, может быть развитие злокачественных новообразований кожи. И может быть развитие птеригиума, нарастание конъюнктивы на роговицу. При выборе очков обязательно обращайте внимание на их качество, наличие ультрафиолетовой защиты и надежность производителя. Этот принцип распространяется как на взрослые, так и на детские солнцезащитные очки. Их лучше покупать в специализированных, лицензированных оптиках. Так они могут гарантировать качество своего товара и предоставить все необходимые сертификаты о том, что их очки действительно имеют защиту от ультрафиолета, и даже предоставить информацию о проценте защиты от этих лучей. Люди, которые уже носят корректирующие зрение очки, также могут приобрести солнцезащитные очки с нужными диоптриями. Есть очки солнцезащитные, но без ультрафиолетовой защиты. То есть они довольно-таки опасны для глаз. Потому что если мы носим эти очки солнцезащитные без ультрафиолетовой защиты, то в темноте у нас расширяются зрачки, и получается, что излучение ультрафиолетовое, оно проникает больше через зрачок и неблагоприятно воздействует на хрусталик и сетчатку глаза. Поэтому рекомендуется все же приобретать очки с ультрафиолетовой защитой в специализированных клиниках. Как показывает статистика, чаще всего различными заболеваниями глаз страдают жители сельской местности, так как они гораздо больше времени проводят на открытом солнце. Однако риск существует и для горожан. В современном мире к макулодистрофии может привести не только воздействие ультрафиолета, но также излучение от компьютерных мониторов и телевизионных экранов. Все эти факторы влияют на наше зрение. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Резеда Каримова, Универ-Новости. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!